За 5 дней рабочая бригада водоканала провела около 300 метров трубы. Здесь заканчивается зона ответственности городских служб. Отсюда хозяева смогут завести коммуникации к себе в дом. В водоканале пояснили, что данная улица только начала застраиваться. Это один из первых домов. Специалисты говорят, что водопровод провели с запасом мощности. Улица только начинает строиться, водопровода еще не было. Людям только раздали участки, вот начали строительство, поэтому мы проложили водопровод. На этот водопровод можно еще микрорайон маленький посадить. Даже эта улица будет развиваться до конца, то объема воды хватит до конца улицы всем.